Кабачок. Ты где? Айхи. Айхи. Иди сюда, скорее. Иди сюда. Ну. Иди сюда. Иди сюда, гладь, скорее. Иди сюда. Иди сюда, гладится, скорее. Иди сюда, хороший. Кабачок хороший. Ай, красивый такой, да? Ай, какой ягуар наш красивый, да? Аушки. Аушки, да? Аушки. Ой, какой хищник у нас растет. Красивый хищник, да? Ай, такой хищник красивый. Ай. Ай. Ай, да. Да, ну что? Ай, ты такой хищник. Ай. Ты сгладиться хочешь, да? Хочешь гладиться. Ты хочешь играться. Играться хочешь. Ай, да. Ну что? Ну что, вырос уже этот ягуар, нужно переводить его в другой вольер. И, наверное, к девочке переведем этого ягуара. Да, есть девочка молодая. Аушки, аушки. Да, 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 да. Какой хищник. Ай, какой хищник, да. Ай, ты такой. Будем переводить тебя сегодня. Пойдешь в новый домик. Сегодня у него уже будет семья? Да, сегодня у него новоселье. И еще и девочка будет. У него девочка будет. Да, девочка. Девочка будет. Да. О. Это будет такая же, да, молодая? Да. Ягуариха. Да. Будет чем заниматься. Ой. Тебе, будет чем заниматься. Да? Ну что? Да. Красивый. Вот вы как-то говорили, что чем раньше совместить, да, таких вот животных, тем они лучше. Пока молодые, быстрее привыкают. Да, лапу себе, смотрите. Лапу себе. Скисает лапу себе, да? Ай, 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 ай. Ай, иди такая, забияка со две лапы себе кусает. Ай, ты ребенок, две лапы себе кусаешь, да? Две лапы кусаешь. Ну? Ну что? Доволен. Будет тебе не скучно? А это будет один из новых вольеров, да? Мы их особо не показывали, большие. Они все время расширяются, строятся и строятся новые вольеры. Ягуар уже вырос. Уже вырос. Уже хищник. Ну, уже большой. Ну, хорошо. Сейчас будем переходить. Так, друзья, Олег Алексеевич подойдет, посмотрит. Ага, все, сегодня переводим. Все делается быстро. А если бы это был государственный зоопарк, сколько бы пришлось согласовывать, да, перевести? Да, написал бы старшему отдела хищных животных, старший вынес бы это дело на планерку, директора бы поставил вопрос, переселять, не переселять, поценились бы ветеринары. Ну, в общем, это дело долго. А тут, как говорит Олег Алексеевич, все в одной голове. Ну, директор, как всегда, машина со всем хозяйственным добром. Наш ягуар уже в новом вольере. В домике его ждет девочка. Сейчас он окончательно придет в себя. Освоится. Освоится. Освоится, да? Освоится. Проснется. Да, хороший. 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 Просыпайся. Просыпайся. О,
Ой, какая лапа. Ой, какая лапа, да? Ты хороший. Ты хороший. Ты хороший. 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 Ну, уже кусается. Уже кусается, уже мальчик совсем вырос, поэтому будет жить с девочкой. Вот. Уже пора заниматься ему совсем другими взрослыми делами. Да? Взрослыми делами пора заниматься. Да. Да. Вот видите, друзья, ему дали совсем небольшой накос. Ну, чуть-чуть поспал, пока ехал. Вот. И теперь у него здесь новый вольер. Вот. И он уже... Покажу, друзья. Огромный вон вольер. И деревья есть. И деревья есть, и домик есть. Все есть для того, чтобы нормально здесь жить. Да? И всё. Главное, девочка всё, есть. Всё хорош. Хороший, хороший. Ай, ты такой хороший, да? Я проснулся и не понял, ты где. Ягуар, ты ягуар такой, да? Ты такой ягуар. Ой, ой, такой ягуар. Да, 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 да. Да, хороший. Ты хороший. Ты хороший. А погладить ягуара можно? Можно? Ой, 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 хороший, ой, какой хороший. Ну все, не будем его драконить, он просыпается, и с ним все хорошо. Через сколько девочку? Завтра. А, завтра уже будут выпускать девочку. Подпилили чуть-чуть лишние ветки. Ну, вольер просто шикарный, это один из новых вольеров. И тебе повезло. У тебя начинается новая ягуаровая жизнь. Взрослая. Да. Тарахтелка. Пока Олег Алексеевич понес кабачку. Аппетит проснулся у ягуара. Кабачок проснулся и аппетит. Ой. Ой, все твое. Ой. Ой. Ой, кабачок. Ай. Ай, ты кабачок. Проснулся, сразу кушает. Ну и берет же аккуратно, рычит. Ну берет аккуратно. Все хорошо. Не рычи. Не рычи. Ну все хорошо. А я хочу сказать, друзья, что уже... Мне кажется, с запасом уже делают уже второе ограждение. Не лезьте за ограждение, друзья. Все в ваших руках, ваше здоровье. Животное к вам никогда не выйдет. И все можно смотреть безопасно.